Так, ребята, как вы думаете, что это такое? А? Нет, это не говно. Это самый, что ни на есть, металлолом. По мне, так, конечно же, лучше бы всего его опять зарыть куда-нибудь. Но он идет по какой-то там категории, как щебенка, вот идет по фракциям, так и металлолом. И у этого металлолома, так называемого, тоже есть какая-то категория. Он, наверное, самая низкая категория, но я не знаю, стоит ли овчинка выделки. Вот такая вот херня тоже принимается.